В рамках федерального проекта «Чистая страна» решается задача по рекультивации ряда объектов накопленного экологического ущерба и крупных бытовых свалок. Один из таких объектов – городская свалка в Челябинске. Эта городская свалка действовала с 1949 года и за это время стала одной из самых крупных в стране. Ее площадь равна площади примерно 100 стандартных футбольных полей. Коммунальные, строительные и промышленные отходы свозили сюда почти 70 лет. Необходимо снизить риски, связанные с захоронением этого мусора, и уменьшить вред, наносимый окружающей среде. Вот главные цели проекта рекультивации. И эти цели оправданы. За прошедшие десятилетия городская свалка встала в один ряд с основными загрязнителями Челябинска, негативно воздействуя на жилые кварталы и водные объекты мегаполиса. При сохранении общих подходов к рекультивации процесс преображения каждой свалки строго индивидуален и учитывает ее особенности – географию, гидрогеологию, розу ветров. На подготовительном этапе специалисты проводят инженерные изыскания, готовят площадку, нейтрализуют неприятный запах, осушают водонасыщенные участки. На техническом этапе идет переформирование тела свалки. Захороненные отходы приобретают новую геометрию. Появляются подпорные стенки, гидро- и газоизоляция. Строится дренажная система сбора и очистки фильтрата, а также система активной дегазации. Сеть вертикальных колодцев-дренов прошивает все тело свалки. Насосами свалочный газ будет выкачиваться на поверхность и по горизонтальным трубам поступит на факельные установки закрытого типа, где будет обезврежен. Для защиты отходов от атмосферных осадков, а окружающей среды от вредного воздействия продуктов свалочного тела, строится многослойный защитный экран. Биологический этап включает подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав и уход за насаждениями в течение нескольких лет. Итогом рекультивации Челябинской свалки станет безопасный зеленый холм.